плохая реклама. Космических полетов, непредсказуемая всюду смена погоды, миграция фауны по земле, инфопаника. От тебя и твоего теленапарника. Жизненный цикл удивителен, безудержен и восхитителен. Жизнь, смерть, повторение. От заблуждений Прокопенко до тайн Чапман, кошмарокипение. Сладостная инфопаника для многих слаще пряника. Из сети просто не уйти от 19 до 7. Мы с тобой, как старики умудренные, блогеры сомленные, селфи хваленные. Как только с тобой что-то узнаем, мгновенно в сеть швык и лайки ждем. И лайки ждем, и лайки ждем. Захватывающая инфомамика, селфи на фоне Титаника. От любопытства не уйти, хавай. Это тени глупости. Информация сама по себе бесполезна, но последствий от нее червобездна. Нужно подавать в нежном контексте, чтобы вместе смеяться в подтексте. Социальная сетевая инфопапика, адреналин голодающего странника. В окружении троллей к цели идти, собрать лайки, довольным уйти. Бесполезно говорить о том, кто провоцирует панику ртом, кто резко реагирует на опасность, кто темнит и без того псевдонеясность.